Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Артем Олександрович Ільюк, народний депутат України. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Артем Олександрович, тема важна і актуальна. Собственно, стартував і вже вступив в активну фазу збирательний процес. Проходить видвіження кандидатів «Партія Відродження». Областную партийную организацию, которой вы возглавляете здесь в Николаевской области, также провела конференции по выдвижению своих кандидатов. Ранее вы инициировали, да, проведение в Николаеве, Николаевской области такой программы под названием «Депутаты из нашего двора». Депутаты из нашего двора. Ну и, собственно, этих людей из наших дворов мы увидели на вашей конференции. Насколько вы довольны, вот, собственно, этой инициативой, которые реализовываются здесь у нас в Николаеве? Я как руководитель партии «Відродження» в Николаевской области очень доволен и считаю, что первый этап прошел успешно. Программа «Депутаты из нашего двора» воплощается в жизнь. Это беспрецедентный случай, в принципе, в истории украинской политики. И мы пошли путем, который доселе ни одна партийная структура не брала себя на вооружение. Как происходят выборы? Каждый раз каждая политическая сила выдвигает своего кандидата, и, по сути, люди выбирают уже из тех, кого им навязали. Мы же пошли от обратного и хотим сломать эту систему. Мы обратились к горожанам, к николаевцам с предложением, чтобы они оглянулись по сторонам и сами выдвинули своих кандидатов. То есть предложили их нам. Я со своей стороны, как руководитель партии «Відродження», обязуюсь и научить их, рассказать им все и помочь им действительно воплотить вот эту пятую статью Конституции, что власть принадлежит людям в жизнь. И на наш взгляд, ну, знаете, это не то, что успех, это действительно такой фурор в политике, потому что на партийной конференции, а такого еще никогда не было, с большинством кандидатов от партии «Відродження» я познакомился впервые. Потому что как проходят всегда эти согласования? Каждая партия пытается под себя подобрать кандидата, чтобы он лояльно относился к политической силе, чтобы он лояльно относился к руководству. У нас такого принципа нет. Если тебе горожане доверили, значит, ты в нашей команде. Принципы очень простые. Честность, открытость и любить свой город. И желание что-то сделать. И по такому принципу мы будем работать и в городском совете, когда наша команда зайдет и обеспечит вот ту стабильность, которая сегодня необходима городу Николаеву. Праймерисы все прошли практически по всем округам. Из 54 округов мы выдвинули 50 кандидатов. В городской совет. 4 округа остались свободными, только по той простой причине, что мы не собираемся, как бы сказать, затыкать дыры своими людьми. У нас все честно и открыто. И из всех кандидатов, только несколько действующих депутатов городского совета, это Виталий Воронов, Юрий Мостовой, Олег Мудрак и Александр Медведев. Приходило очень много депутатов и просились к нам в список, как перспективную молодую команду с новыми лицами. Но условие для всех было одно. Если тебе люди доверяют, пожалуйста, через проект, через праймерис, у нас ко всем одинаковый подход. И только 4 депутата так прошли городского совета, прошли такую народную иллюстрацию через своеобразные праймерисы. Все люди разные, каждый со своим мнением. Из депутатов это люди с разными политическими взглядами, но с одной идеей – возродить город. Что касается новых лиц, а их большинство – это и учителя, это и врачи, это и руководители СМД, это просто активные горожане, которые хотят сегодня в своем городе навести порядок, и представители таких предприятий, как «Зарямашпроект». То есть это простые горожане, которые сегодня без связи, без блата, без денег идут во власть для того, чтобы наводить порядок. Я уверен, что такая команда сметет ту заскорузлую систему, которая сложилась уже за последние 10-15 лет в городском совете, когда депутатский трон, можно сказать, передается чуть ли не по наследству. Но заскорузлая система тоже, ведь она продолжает работать. И сейчас, вот, собственно, активная фаза избирательной кампании, там
ремонтируются дороги, ремонтируются дворы, красятся подъезды и так дальше. Вот есть же такая вот эта вот штука в политической культуре украинцев вообще и николаевцев, что перед выборами что-то должен получить человек. И тогда, возможно, он отдаст голос за этого человека, который сделал там некое, ну, скажем так, доброе дело. Удастся ли, вот, как я не знаю, там внутреннее самоощущение, удастся ли вот вашим проектам перебить вот эту традицию? Да, действительно, это уже сложилась такая не очень хорошая традиция. Люди понимают, что только перед выборами можно что-то получить, сделать для своего двора, либо дома. Но, к сожалению, это приводит к тому, что следующие там, 5-3 года, когда депутат избрался, больше его на округе не видят. И наша задача поменять эту систему, того, чтобы человек, когда он избрался, он должен на протяжении всей каденции работать. Я, например, не люблю сидеть в офисе, не люблю сидеть в кабинете. И когда я в Николаеве, я постоянно нахожусь во дворах, в подъездах, крыше, подвалы. То есть у нас идет прямое общение с людьми, мы добиваемся, решаем много проблем, хотя это ответственность городской власти. Но я здесь живу, я здесь вырос, я хочу, чтобы здесь росли мои дети. Я хочу, чтобы Николаев действительно стал безопасным и комфортным городом. И главный наш принцип, по которому мы объединяемся, это верен идее, а не организации. Идея очень проста – возродить город. Верен людям, а не партийным брендам. Потому что люди – это самое ценное. Человеческие отношения – это важнее всего на свете. И мы формируем такую партию николаевцев, которая действительно, ну, будет иметь не просто успех свой личный какой-то, а мы смотрим дальше, наперед, на то, чтобы город получил новый толчок и действительно получил новые лица, которые смогут изменить эту систему. Чтобы они смогли что-то изменить, эти люди должны быть не просто новыми, но их качество должно быть еще соответствующим той ситуации, непростой экономической, политической, которая есть в стране, но и в городе, соответственно. Безусловно. И здесь я вам скажу, что... Насколько эти люди готовы вот что-то предлагать? Либо партия сформирует программу, которая будет реализовываться там в последующие годы, либо эти люди уже, собственно, приносят какие-то идеи. И это рабочие идеи. Я вас не случайно об этом спрашиваю, потому что вы были депутатом городского совета, руководителем фракции, да, большой на тот момент. Ну, вы знаете, как это работает. Сейчас вы народный депутат. То есть, ну, вы-то можете понять и оценить, насколько кандидаты в депутаты, которых вы сейчас ведете во власть, соответствуют тем вызовам, как принято говорить, которые сейчас есть? У кандидатов от партии «Відродження» есть самое основное. Это желание работать на благо своего родного города. Это честность, порядочность, открытость. Это те принципы, которые мы декларируем. Я, как человек уже с определенным опытом, научу всех кандидатов, что надо делать, чтобы понимать эту систему. Ничего сложного там нет. Потому что на самом деле каждый горожанин знает проблемы своего двора лучше, чем любой чиновник. У нас огромное количество чиновников, которые сидят по кабинетам, и в принципе непонятно, для чего они перекладывают бумажки с одного стола на другой стол. Идите во дворы, идите к людям, и там надо наводить порядок. Поэтому то, что горожане знают свои проблемы больше, чем чиновники, в этом я уверен. Научите, как их реализовывать, как воплощать и как менять эту систему, мы научим. Будет создана школа депутата, где будут первые азы. А дальше, ну, я вам скажу, в бою иногда показывают люди намного лучше результаты, чем сидя на диване или сидя в кабинетах. Ну, скажем так, многие николаевцы еще летом 2015 года готовы были голосовать за Артема Ильюка как кандидата на пост городского головы. Но партия «Відродження» приняла иное решение. И от партии выдвигается на пост городского головы Виталий Воронов. Не боитесь, что люди скажут, это не тот кандидат, за которого мы собирались голосовать, Артем Ильюк наш кандидат, ну и, собственно, отвернуться от партии? Знаете, я, наверное, здесь поступаю не как политик, да и слава Богу. Я не хочу стать политиком в том понимании, как это принято считать в Украине, который много говорит, много выступает, но на самом деле от него мало пользы. Поэтому некоторые вещи, которые я делаю, они действительно, если взять рейтинги, принесут мне минус. Но в дальнейшем и в будущем это даст положительный толчок к развитию и политики в городе Николаеве, и к развитию самого города. Поэтому я объясню свое решение очень просто.
Во-первых, люди мне доверили представлять интересы города Николаева в парламенте. Я не могу просто взять по какому-то своему желанию и сказать: все, спасибо, хватит, я пойду сейчас в мэры. Само кресло меня не интересует. Меня интересует возможность реализовать тот наработанный план, который у нас есть по развитию города Николаева, и воплотить его в жизнь. А сидеть и перерезать ленточки и говорить, что я мэр, ну, это, знаете, пусть этим другие занимаются, чем они сейчас успешно, что они сейчас успешно и делают. Поэтому я остаюсь в парламенте. Я сегодня единственный депутат от Николаевской области, который находится в оппозиции к этой власти. Я не боюсь говорить, не боюсь критиковать. Но в то же время мы предлагаем другое видение развития. И мне надо оставаться там для того, чтобы наши позиции только укреплялись. Попасть в разные советы только одному Артему Илюку – это невозможно. Поэтому мы приняли решение вот собирать команду. Это намного больше ответственности, и теперь мне работать придется в разы больше, но я этого не боюсь. Собираем команду. Действительно, Виталия Воронова мы выдвинули кандидатом в мэры, потому что это человек, который сегодня один из немногих, кто не боится выступать открыто против действующей городской власти, не боится поднимать проблемы, не боится указывать на это, хотя, вы знаете, в последнее время участились и угрозы, и намеки некоторые со стороны оппонентов. Но мы не отступим, мы не предадим свой город, и мы будем предлагать свое видение и свое решение. Поэтому мы идем одной командой. Депутаты из нашего двора, простые горожане, кандидат в мэра Виталий Воронов, и я как представитель города Николаева в парламенте. Вот такая вертикаль городская, николаевская, которая должна действительно заработать и принести успех этому городу. Есть еще один очень такой серьезный нюанс, он заключается в изменившемся законодательстве о выборах. Ну, собственно, система, так на первый взгляд, она выглядит такой достаточно сложной. Вы сейчас общаетесь с людьми, вот, в том числе и с людьми во дворах, и кандидатов выдвигаете непосредственно из людей, и у большинства из них отсутствует вообще какой бы то ни было политический опыт. Люди вообще понимают, с одной стороны, как вот люди понимают, как они будут избирать, а с другой стороны, ваши кандидаты понимают, как они будут избираться. Опасности, сложности. Вот вы видите, вот эти вот, и люди вообще видят эти опасности и сложности, которые их ждут, когда они, ну это не опасности там в прямом смысле слова, но вот, собственно, сложности, когда они там получат бюллетень, что они там увидят. Они понимают вообще? Ты знаете, как в мутной воде иногда, да, там удобно делать свои делишки, вот так эта власть приняла закон о выборах. На самом деле многие должны понимать, и это относится и к горожанам, и к действующим даже депутатам городского совета, которые сегодня снова решили выдвинуться, что система изменилась. То есть это партийная система. И если раньше человек должен был выиграть на округе, и тогда он представляет интересы, то сейчас есть масса вариантов, при которых человек может теоретически набрать больше голосов на своем округе, но не попасть в городской совет. Либо он может занять второе-третье место, но от своей политической силы пройти. А может быть ряд округов, которые вообще останутся без своего представителя. Но здесь надо понимать, что голосовать в этот раз надо за команды. То есть это, грубо говоря, партийная система. За партии, за команды. И у нас не будет такое, что есть Артем Ильюк, он чем-то лучше или чем-то хуже. Есть кто-то еще, он чем-то лучше. Нет. Мы идем одной мощной командой. И те кандидаты, которые с нами идут, это не значит, что они только на выборах будут участвовать. Это люди, которые уже пришли к нам и которые будут в дальнейшем работать. Несмотря на те результаты, которые мы получим. Это будет кто-то помощником, кто-то будет работать просто как активный просто житель города Николаева. Поэтому команда «Відродження» сегодня здесь нет кого-то единичного, кого можно выделить. Мы идем одной мощной такой структурой, которая будет представлять интересы непосредственно николаевцев. Ну, собственно, общественному мнению города Николаева предложена такая точка зрения, что партия «Відродження» является единственной настоящей оппозицией действующей власти. Вы тоже об этом сегодня говорите в студии, как единственная настоящая оппозиция. Вы, собственно, ну, я не знаю, какие главные проблемы видите в работе нынешней городской власти? Я объясню, почему. Отвечу на ваш вопрос сразу. Если возьмем... Так, есть больше провластный блок, который явный, да, те политические структуры, которые представляют, в принципе, коалиции. Есть еще ряд партий, там оппозиционный блок, наш край, «Відродження».
Если взять вот и проанализировать, то это в принципе представители этих партий, кандидаты в мэры, это экс-регионалы, выходцы из партии регионов. Отличие, на мой взгляд, оно очевидно. Наш край — это больше те люди, которые сегодня, ну, наверное, не смогли отстаивать интересы николаевцев и как бы так пытаются сохранить свои места, так, продавшись, не продавшись, я даже не знаю, каким словом подобрать, не хочется обижать. Но это проект администрации президента, премьер-министра, президента. То есть это создан такой проект для того, чтобы на самом деле обмануть николаевцев и, в принципе, украинцев. Люди, которые пытаются просто сохранить свой статус, не думая о горожанах. Оппозиционный блок, ну, мы видели их работу, полтора года никого не было. Сейчас все слетают с теплых краев и пытаются объяснить нам, как жить. Люди, которые не сделали работу над ошибками и пытаются что-то нам вернуть. А партия «Відродження» — это непосредственно те, кто сегодня объединяется ради идеи возрождения и страны, и в данном случае города Николаева и Николаевской области. Те, кто не боялся, не скрывался, как и я, ни одного дня я с этой страны, эту страну не покидал, был всегда с людьми, всегда был открыт, на связи, не боялся тех трудностей, которые были, поверьте, разное пришлось пережить. Но я всегда оставался с людьми. И веду такую же команду. Смелых, амбициозных людей, которые не боятся критиковать эту власть, но еще и предлагают. Поэтому люди сделают вывод, кто есть настоящая оппозиция. Вы народный депутат Украины. Следующая неделя парламентская. Мы уже знаем, вы уже знаете, ну и был достаточно такой перерыв большой в непосредственном заседаниях Верховной Рады. Вы уже знаете, что в повестке дня на следующую неделю? Повестка дня формируется, к сожалению, некоторыми лидерами коалиции, и мы все время поднимаем вопрос о том, что не только депутаты должны знать на самом деле, какие вопросы будут рассматриваться, но и украинцы должны понимать и четко отслеживать работу Верховной Рады. А сегодня это все напоминает, знаете, палочкой машут лидеры коалиции, а депутаты все точно так же бездумно голосуют. Группа «Партия «Відродження», представленная в парламенте, уже не раз акцентировала на этом внимание. И руководитель партии Виктор Бондарь постоянно выступает на согласительном совете и требует от того, и от кабинета министров, и от спикера парламента, чтобы была наконец-то уже структурирована и налажена работа самого парламента. Потому что на самом деле получается, что когда парламент не работает, от него больше пользы, чем когда он работает. Этого не должно быть. И переламывая депутатов, представители коалиции, на самом деле сегодня уже рассчитали ситуацию до такой степени, что даже в провластных партиях уже начинаются волнения, и люди понимают, что, наверное, они пошли... на самом деле слышим, что и коалиции фактически сегодня не существует. Как это видится из парламента? Есть на самом деле сегодня коалиция? Либо там уже, собственно, даже внутри самой коалиции включился такой неприятный процесс политической конкуренции, что тоже, в общем-то, к добру не приводит? Да ее, наверное, в принципе и не было, потому что это больше был клуб по интересам. А, знаете, люди, когда начали делить портфели, делить должностя, делить коррупционные схемы, и все вылезло наружу. Все очень просто и понятно. Поэтому та коалиция, которая нам заявляли, что она проевропейская, демократическая, больше 300 голосов, мне кажется, она рассыпалась сразу же на второй день после объявления и создания ее. Не хватает даже для принятия решения у коалиции голосов простого, 226 голосов. О какой коалиции может идти речь? Но Украина включилась в такой очень непростой процесс конституционных изменений. Изменения Конституции достаточно серьезные, проголосованы в первом чтении. Проанонсировано, что, собственно, уже в ближайшее время должно состояться второе чтение, и как бы мы получим обновленную конституцию. Вот как это видится из парламента? Мы ее получим на самом деле? Пока я не вижу, что будет собрано 300 голосов. На самом деле общей позиции пока парламента я не наблюдаю. Здесь важно пойти, знаете, по какому принципу? Вот почему-то каждый, кто приходит во власть, он считает, что у него какие-то больше привилегии, да, чем у простого человека. Надо научиться всем
просто общаться и доводить свою точку зрения. Потому что пытаются переломать через колено, пытаются угрожать какими-то там своими репрессиями провластными. А если не согласен ты с точки зрения там, президента либо премьер-министра, тебя объявляют рупором Кремля. Но это бред, который уже всем надоел. И он сидит вот здесь. Поэтому пусть берут свои амбиции в одно место, оставляют, а берут документы, приходят и работают с депутатами. Объясняя свою позицию и аргументируя ее, почему так надо, намного проще иногда консолидировать парламент, чем пытаться его переломать через колено. Уже этого не получится. 300 голосов, ну, если соберутся, возможно, их можно будет получить. Но мы должны увидеть стратегию и план развития. В этом большая проблема. Да, нам общие красивые слова вещают с экранов телевизора и с трибун Верховной Рады. Но где понимание того, что будет завтра? Через полгода, через год. Что нам даст это решение? Децентрализация нужна и важна. Финансовая стабильность и независимость регионов, она нужна. Но есть моменты, которым очень много непонятно. Например, префекты, которые получат, по сути, общий надзор и смогут остановить решение любого органа местного самоуправления. Это получится такой князек местный, который будет подчиняться президенту и будет вершить и указывать, как нам жить. Здесь есть вопросы. И, конечно же, в той ситуации, когда мы находимся, Украина сейчас находится, необходим контроль со стороны власти. Но он не должен переходить планку ту закона, который есть. И если нам гарантируют, что действительно будет выдерживаться конституция, законность, мы только будем за. Но пока то, что происходит, то, что делает власть, я этого не вижу. Идет давление все равно фискальных органов на предпринимателей, я общаюсь с ними масса людей, извините меня, как, например, Зарюмашпроект, да, все время власть пытается протолкнуть решение, чтобы приватизировать наше предприятие за спиной у горожан. До этого не будет, потому что я сегодня скажу, что имея такую мощную поддержку, а я собрал 4000 подписей, мы смогли блокировать этот вопрос. И я постоянно его держу в парламенте на контроле, я косми там лягу, чтобы не допустить приватизации Зари, бездумно, ничего не объясняя, и за спинами у наших турбинистов. А когда это все, опять же, остро стоял этот вопрос приватизации Зари, где была городская власть, где был руководитель Зари? Все попрятали, сидели по кустам и думали, как бы так, чтобы меня не зацепило, я не лишился своего кресла. Боятся выступать против власти, боятся отстаивать проблемы горожан, так уходите, вы здесь не нужны. Сегодня они рассказывают, что они чего-то добились. Это люди добились. Хорошо, возвращаясь к парламентской работе. Если, собственно, изменения в Конституции – это важная часть так называемых минских договоренностей, ну и фактически так или иначе там изменения Конституции увязаны с мирным процессом, который происходит на востоке Украины. Но Минские соглашения все равно надо выполнять. Если изменения в Конституцию не будут проголосованы, коалиция не сможет, не будет работать, это означает возможные досрочные выборы уже в ближайшее время. Как вы оцените такую перспективу? Знаете, я руководствуюсь принципом, что пусть лучше будут досрочные выборы, чем война. Поэтому если парламент этот не сможет навести порядок, а здесь будет зависеть очень много от стратегии президента и от работы кабинета министров, потому что многие депутаты в парламенте, которые сегодня понимают ситуацию, и, к примеру, партия Відродження в парламенте, это та политическая сила, которая не смотрит на то, что если власть предложила что-то хорошее, значит, мы должны быть как Баба-Яга против. Нет, мы смотрим то, что идет на пользу Украине, мы за это будем голосовать. Если же нет этой пользы, значит, мы будем выступать и отстаивать интересы украинцев. Поэтому вот когда голосовалось в первом чтении, так, в первый раз в Конституцию, изменения, 226 голосов, то практически все политические силы проголосовали за. А вот кто уже пытался на этом сыграть и получить политические баллы, ну, знаете, вот это, наверное, и те, кто сегодня недостоин представлять людей в парламенте. Подводя итог разговора, возвращаюсь к теме, еще раз возвращаюсь к теме депутата из нашего двора.
Как бы там ни было, можно точно прогнозировать, что ближайшая зима будет достаточно сложной для страны вообще, для города Николаева в частности. И значительная доля ответственности ляжет в том числе на вновь избранный Николаевский городской совет, на вновь избранного Николаевского городского голову. Ваши депутаты из нашего двора, они в принципе себе отдают отчет в уровне ответственности, который ляжет на их плечи в случае победы? Я встречался с ними, объяснял все, и я вижу искренность в глазах. Они понимают, что это тяжелый труд на самом деле. Кто относится к этому делу с любовью, должны понимать, что это ответственная работа. И задача депутата – контролировать власть и отстаивать интересы горожан. Есть исполнительная власть, это мэр и исполком, те, которые обязаны выполнять эту работу. Они обязаны ремонтировать дороги, ремонтировать крыши, подъезды, благоустраивать дворы, улучшать подвижной состав наших трамваев, троллейбусов, чтобы ходили по... Это их обязанность, для этого их и выбирали. Задача депутата – проконтролировать распределение этих средств, и чтобы действительно это было выполнено. То, как оно сейчас выполняется, ну, я вам скажу свое мнение. Картинка, конечно, красивая в средствах массовой информации. Там сделали двор, там вышли троллейбусы, там отремонтировали дорогу. Но опять же, мы все помним, как раньше были пятилетки, когда есть четкая стратегия развития города Николаева. К примеру, вы видели ее от нашего мэра? Есть у нас стратегия? Есть у нас путь развития города Николаева? Нет, есть ситуативное явление. Выборы, значит, надо сделать, главное, красивую картинку. Никто не думает о том, что... Техника может быть бэушная, и после выборов она просто сломается и перестанет ездить. Что дороги уже сейчас плывут, как наши моря и океаны, и это все ущерб бюджету. А что такое бюджетные деньги? Это деньги налогоплательщиков, это деньги горожан, которыми они должны распоряжаться. И я за то, чтобы это было равномерное и равноправное распределение средств. Не так, что одному двору за 3 миллиона гривен вложили, а вокруг разруха, люди плавают, когда идет дождь, и крыши текут. Нет, так не должно быть. Дороги нужны. Ремонтировать дворы необходимо. Троллейбусы и трамваи современные. Новые, современные. Вот что должно быть. Есть второй вариант. Как запустить процесс, который улучшит экономику в городе Николаеве? Сегодня острая нехватка вообще средств к существованию в каждой семье. Цены взлетели вверх, зарплаты заморозились, пенсии заморозились. И это все бьет по карману людей. Сегодня ребенка, чтобы в школу отправить, многие влезают в долги, чтобы прокормить семью, чтобы оплатить тарифы. Это ну, просто кошмар и ужас. И что бы сделал я бы направил эти средства, пусть не, это бы не было красивой картинки, не было бы пиара, но это теплосчетчики, это реконструкция всех теплосетей, потому что половина тепла уходит в воздух. Реконструкция котелен. Это дало бы возможность сэкономить непосредственно бюджет простой николаевской семьи. А значит, у них бы появилось больше денег. А значит, они бы больше тратили. Потратили бы где? В городе Николаеве. И это оживляет экономику и помогает развиваться каждому николаевцу. Второе, муниципальные надбавки, как, к примеру, они есть в городе Киеве, когда учителям, воспитателям детских садиков доплачивают из городского бюджета, потому что их труд сегодня неоценим, они формируют будущее нашей страны, будущее нашего города, передавая свои знания нашим детям. И это не просто там престижная профессия, она должна быть высокооплачиваемой. Тогда у этих людей тоже появляются деньги, и они тоже их здесь тратят, тем самым поднимая экономику. И да, пускай бы это не было видно до выборов, но через полгода это дало бы свои результаты. Но, к сожалению, большинство политиков, они играют на популизме. И это, соответственно, ведет наш город вниз. Партия «Відродження» пойдет другим путем. Пусть мы будем недолго, но мы сдадим те изменения, которые принесут нашему городу пользу. Народний депутат України Артем Олександрович Ільюк був нашим гостем, відповідав на наше питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо большое. До свидания.